На Алтай пришел первый снег. Предгорье региона сегодня за несколько утренних часов буквально укрыло белым одеялом. Пользователи соцсетей стали делиться фотографиями из Белокурихи, а также Тюменцевского и Славгородского районов. Снег выпал также в Горном Алтае, в частности в Улаганском и Чимальском районах. А днем снежинки заметили жители Барнаула. Синоптики отмечают, что 10 числа сентября достаточно рано для такого похолодания на Алтае. Однако, например, в Кемеровской области в этом году первый снег выпал уже 3 сентября. Причиной стал резкий перепад температур и смещение арктических холодных масс. Сегодня, как сообщили в Алтайском гидрометцентре, был самый холодный день на неделе. Завтра утром в предгорьях еще возможен мокрый снег, а в целом по краю днем воздух прогреется до 16 градусов. В выходные синоптики обещают теплую и комфортную погоду, местами до 22 тепла.